ефірі студія «Репортер», я Тетяна Блайда. Вітаю вас. 19 по 25 червня всі бажаючі одесити та гості города зможуть безкоштовно перевірити здоров'я. В рамках акції «Будь здорова, Одесо» всі бажаючі можуть безкоштовно пройти тестування на ВІЛ, проконсультуватися з лором, окулістом, кардіологом, хірургом і репродуктологом. Дітям пропонують консультацію у стоматолога. Детальніше про акцію та її умови розпитаємо у гостя нашої студії. Сьогодні до нас прийшла Тетяна Черевата, директор благодійного фонду імені Жолобова. Тетяна, вітаю, дякую, що прийшла до нас в студію. Спасибо большое, что пригласили. С большим удовольствием всегда к вам приходим. Что ж, давайте обговорювати акцію. Дуже цікава, дуже корисна. Ну і, напевно, перше, що приходить на думку, що треба зробити для того, щоб стати учасником акції, для того, щоб перевірити здоров'я. Не зважаючи на те, який лікар, який напрямок, що потрібно всім учасникам акції. Тетяна, самое главное – это желание быть здоровым. Так. Ну, потому что, как это ни странно, очень многие люди запускают свои заболевания до такой степени, что назвать их здоровыми людьми очень сложно. Первое – это желание быть здоровым. Второе – это все-таки взять и записаться на консультацию. Третье – прийти к доктору и получить рекомендацию. То есть это основные три пункта, которые человек должен для себя решить и принять. Ну и четвертое – обязательно при записи сказать кодовую фразу. Будь здорова, Одесса. Так, такий пароль. Так? Куди треба телефонувати, де треба реєструватися, що з собою потрібно мати, паспортні дані? Єдиного телефона нету, акціонного такого. Поэтому каждый человек, который заходит, хочет пойти к тому или иному врачу, он должен записаться непосредственно в том медицинском учреждении, которое принимает участие в акции. Так, и про це ми поговоримо трошки пізніше. Тетяна, ви сказали, що українці дуже часто настільки запускають своє здоров'я, що здоровими їх назвати не можна. Це ваші власні спостереження чи певна статистика? Так как я ведущая программы, помимо того, что я занимаюсь благотворительностью, я ведущая программы «Будь здорова, Одесса», созвучное название, да, то я могу точно сказать, какое количество людей болеет тем или иным заболеванием по статистике Всемирной организации здравоохранения. Так вот, исходя из этих данных, мы не то чтобы нация, которая вот глобально болеет, но мы те люди, которые умудряемся запустить свои заболевания. То ли это в нашем менталитете, то ли это в нашем воспитании, то ли это вот это пресловутое авось. Як знаєте, жартую, в стилі «хай так», так? «Хай буде так». Ну, наприклад, да, либо зубна боль, переходяща в гангрену. Так, а чи є українців, напевно, ви знаєте, хвороби національні? О чим найчастіше хворіють українці? Ні, у нас національні хвороби. Да. Тобто всім потрошки. Так, ну добре, добре. Основний меседж проєкту, я думаю, що ми проговорили, це зробити так, аби люди не хворіли і звернули увагу на своє здоров'я. Я маю Более рацію. Того, щоб вони жили много-много років, а Одеса стала самим главним городом на землі, тому що тут самі здорові люди, тут самое большое населення, яке рожає дітей, і самая большая продовжительність життя. Так, на яку вікову категорію розраховуєте? Я знаю, що минулого року подібна акція теж була. Хто приходив? Люди літнього віку? Чи діти, чи просто дорослі люди середнього віку? Іменно тому, що ми любимо Одесу, тому акція розраховано на весь спектр возрастного, від маленьких дітей до достатньо взрослих або пожилих людей, називаю це так. Більше того, ми в цьому році шагнули вперед, і к нам присоединилась клініка репродуктивного здоров'я «Лада». Вона допомагає тим мужчинам і жінкам, які хочуть зачати дітей. Тому сказати, що возраст там от нуля, я бы сказала, даже раньше. Возраст, момента желания зачать ребенка. Так, дуже цікаво. Ну, от ви проговорили вже про клініку репродуктивного здоров'я «Лада». Це один з учасників акції, проєкту. Як взагалі виглядає консультація у репродуктолога, оця безкоштовна версія, що там роблять люди і от, ну, де її можна прийти? В клініці «Лада», так? Я так розумію. В даному випадку наш партнер акції, да, клініка репродуктивного здоров'я «Лада», і надо прийти к доктору, который непосредственно занимается вопросами зачатия. То есть доктор занимается как вопросами зачатия, так и вопросами бесплодия. Да? То есть, соответственно, человек приходит, озвучивает доктору, что он хочет иметь детей, и ему дают рекомендацию, исходя либо из тех исследований, которые уже есть, либо направляют на исследования дополнительные, и доктор назначает в дальнейшем рекомендацию, что же сделает так, помимо активной сексуальной жизни, чтобы появились
есть дети. Так, Тетяно, ви часто стикаєтеся з таким моментом, коли пара не може мати дитину? Ну, в силу своєї професії, я маю на увазі, в силу професії, пов'язаної зі здоров'ям. Ну, в силу своєї професії, як журналіста, я непосредственно з парами такими не зустрічаюсь, тому що я більше зустрічаюсь з врачами, які оказывают помощь. Так. А вот они мне уже рассказывают статистику своей клиники. Так. Но вот сегодня можно сказать, что данные достаточно печальные, потому что большое количество здоровых, красивых, состоятельных людей не могут зачать ребенка. Почему? Один из докторов рассказывал, что в этом виновата и экология, и какие-то наследственные заболевания. То есть, но кто-то, чтобы сказал, в этом виновата, там, раз, два, три пункта, нет. Такого немає. Так, ну, добренько, буде ще присутній, скажімо так, тест на ВІЛ, можна його здати. Як він виглядає? Сегодня, в отличие от многих там лет назад, все очень просто. Человек приходит, анонимно сдает кровь, практически вот легко из пальца, как обычный анализ крови, и через 15 минут он знает свой статус ВИЧ. Так, это так швидко робиться? Да, это быстро, безопасно, анонимно. Так. То есть, соответственно, тот, кто знает свой статус ВИЧ, он знает, как ему двигаться дальше. Сегодня живут люди и успешно живут, занимают должности, рожают детей и находятся под наблюдением врача более 26 лет. То есть сегодня ВИЧ – это не болезнь, это не приговор, это болезнь, которую можно перевести в хроническую стадию и прекрасно жить. Так, кто поддерживает саму эту акцию «Тест на ВИЛ», где можно сдать этот анализ? Мечникова 132, там находится городской центр профилактики и борьбы с ВИЧ, СПИД-инфекцией. Также у нас в каждом районе города находятся кабинеты доверия, где можно пройти вот такие быстрые экспресс-тесты. Так, ну и мы продолжим. В списку серед лікарів є хірург. Власне, куди звертатися, куди телефонувати, аби пройти консультацію цього лікаря? Один из наших участников – это клиника Святой Екатерины, которая предоставляет бесплатные консультации хирурга и кардиолога. Вы же понимаете, что сейчас жара, сейчас достаточно большая нагрузка на сосуды, то есть, соответственно, люди нуждаются в том, чтобы понять, что же делать, если сердце, да, от жары вот так тук-тук-тук-тук делает, то есть, да. Что с этим делать? Я к вам поднималась на 4-й этаж и подумала, а хорошо ли я себя чувствую? Может быть, мне стоит тоже посетить врача-кардиолога? И я восхищаюсь вашими сотрудниками, которые регулярно ходят. У нас такие тренування, безкоштовный фитнес. Так, отже, клиника Святой Екатерины. И, естественно, консультации хирурга, я думаю, что каждый понимает, в каком случае надо идти и определиться, резать или не резать, удалять или не удалять. Это сможет сказать только доктор. Так, это все абсолютно безкоштовно, так конечно, я нагадую. Конечно. Консультация. Кто еще среди лекарей ЛОР будет теж принимать, где, кого и на какие вопросы будет отвечать? Институт пластической хирургии дает возможность пройти диагностику и консультацию у ЛОР-врачей для маленьких наших деток. А почему для маленьких наших деток? Наш фонд сосредоточен в нескольких направлениях движения. Одно направление посвящено детям, другое направление посвящено вот медицине и, в принципе, оздоровлению. Поэтому маленькие детки могут прийти и узнать, вернее, их родители могут узнать, почему же болеет их ребенок. Хотя, в принципе, ЛОР-заболевание, наверное, это одно из сопровождающих таких заболеваний детства. Тобто орієнтована ця акція на дітей, так? Ну, сложно сказать, потому что та же клиника Virtus предоставляет возможность диагностики катаракты. А это заболевание все-таки связано уже больше с возрастными изменениями в сетчатке глаза, поэтому здесь уже взрослым уделяем внимание. А что касается детей, можно прийти в институт стоматологии на Ришельевской, и там проходит диагностика, будет проходить диагностика у деток полости рта. Родители вместе с детками смогут получить консультацию непосредственно от врачей-стоматологов, как ухаживать за полостью рта, почему из них возникают те или иные проблемы. Главный врач рассказывал на пресс-конференции о том, что сегодня трехлетки практически 70% болеют кариесом, а шестилетки уже наблюдается 90%. Это, как это ни странно, но это глобальная проблема, ну, в частности, для нашего города. И объяснил он это тем, что в нашей воде очень мало фтора, и поэтому у нас возникают такие вот заболевания. И имеет смысл уделить внимание этому направлению. Так, и с детьми какого веку можно прийти до стоматолога? Ну, если мы говорим о том, что выявляется уже у трехлеток, то есть, соответственно... С трех так можно? Ну, вот зубки вышли. Можно уже проконсультироваться, уже можно идти, да, по крайней мере, поговорить с доктором, а как ухаживать маленькому ребенку за зубками?
Так, чи будуть справлятися лікарі, ті центри, ті клініки, які приймають, беруть участь у акції, з потоком бажаючих? І взагалі, скільки бажаючих, наскільки бажаючих ви розраховуєте? Знаєте, ну, здесь такая ситуация. Рассчитываем мы на то, что вся Одесса сейчас вот встанет и займется своим здоровьем. Так. Ну, мы реалисты, и мы понимаем, что очень многие это не сделают. Поэтому сколько будет, постараются доктора всех принять. Есть телефоны предварительной записи для того, чтобы врачи могли составить график и вынести, и наши телезрители, участники, все, кто, вернее, захочет принять участие в акции, воспользоваться этим, не сидели в очередях. Поэтому все комфортно и удобно. Предварительно записались, сказали пароль «Будь здорова, Одесса», пришли на консультацию к врачу, вам ответили на все вопросы, вы получили нужные ответы и пошли выполнять рекомендации. И это самое главное – выполнять рекомендации, потому что мы же сами знаем, если информацию нам дали, но мы ею не воспользовались, она ушла в никуда. Так, кого мы с вами еще не загадали, каких лекарей? Мы с вами еще не проговорили о конном клубе Айвенга. Ага, это так, было у нас таке питанечко. Нас там, на лекарях мы закончили, так? То есть стоматолог, кардиолог, репродуктолог, хирург, кардиолог, так? Это те лекари, до яких можно звернутися. Я бы сказала, что все-таки мы не закончили медицинскую часть, потому что конный клуб Айвенга занимается ипотерапией. Это терапия с помощью лошадей. То есть она показана тем детям или тем людям, у кого есть некие сложности, там детки, предположим, гиперактивные, да, то есть сейчас, несмотря на то, что многие дети любят заниматься, там сидеть в гаджетами, играться, да, то есть они все равно наблюдаются гиперактивность. И вот лошади очень хорошо успокаивают, очень хорошо выравнивают осанку, кстати, которую сегодня все говорят, все дети сутулые. Дети не стулые, дети просто сидят согнутые. Поэтому, катаясь на лошадях, можно выровнять осанку. То есть если детки, страдающие ДЦП, аутизмом, это прям прямая рекомендация к общению с лошадьми. Ну и, в принципе, если дети много сидят дома, однозначно выбор будет в сторону лошади, а не в сторону телевизора, если ребенок попадет на встречу к лошади. Так, это будь-якая дитина, если зафиксироваться, зареєструватися. Зарегистрироваться можно прийти, в клубе есть пони, в клубе есть ослики, в клубе есть взрослые лошади. Так, давайте нагадаем, який клуб для тех, кто зацікавив. Конно-спортивный клуб Айвенга, который находится на ипподроме. Далеко ехать не надо, это историческое место для нашего города, поэтому можно позвонить, записаться. Четверта станція Великого Фонтану, ми знаємо, ипподром. Совершенно верно. И как будет выглядеть это занятие, то есть с инструктором? Конечно, заниматься, так? Тренер, мастер спорта Украины сегодня работает в конном клубе Айвенга, и он подготавливает как спортсменов, так и занимается ипотерапией. И дальше как непосредственно будет происходить, то есть это все безопасно, это все продумано, и совершенно есть четкие алгоритмы действий, как в любом направлении реабилитационного центра. То есть у нас все прописано в медицине по протоколу, то есть, соответственно, врачи і терапевти двигаються згідно протоколу. Так, Тетяна, ну ще один момент ми не згадали. Добру справу можна зробити і зібрати одяг або іграшки в рамках акції для дитячих будинків Одеси. Як це можна зробити і куди вести іграшки? Ну, я би заакцентувала увагу, що все-таки ми збираємо іграшки, в даному випадку одежда. Іграшки лише, так? Да, одежду в даному випадку ми не збираємо, зосередоточились поки на іграшках. І от тут 18... Які іграшки рекомендуєте вести? От тут це інтересний момент, тому що 18 июня с часу до 5 часов вечера по городу будет курсировать трамвай прогулочный, наш ретро-трамвай с площади Тираспольская до Аркадии и обратно, так, в течение 4 часов. И будет он делать остановки, то есть он не на каждой остановке привычной будет останавливаться, а всего лишь на Преображенской в районе Родины, Мускомедия, 10 апреля и Аркадия. График движения трамвая есть в социальных сетях, есть на экранах телевизоров и, в частности, у вас также на телеканале можно посмотреть и к нужному времени прийти на остановку. Единственное, мы же понимаем, что поправки есть какие-то на движение, может быть, надо будет подождать трамвайчик, чтобы он дошел до вашей остановки. И приносите игрушки. По поводу какие игрушки? Игрушки мы принимаем все. От возраста самых маленьких до самых взрослых. Конечно, мы просим, чтобы игрушки были качественные, да, потому что... Новые игрушки, да? Ну, новые, не новые, но, то есть они не, по определению не новые, если ребенок с ними игрался. Но дети, знаете, они увлекаются одни игрушкой, потом второй, третий, и забывают абсолютно новую игрушку, переключая внимание на интересующих. Ага, то есть новые куплять не обовязково, можно забрать эти игрушки, можно, какие которые... дома, которые приемно выглядят, да, и отдать их. А наши партнеры, одни из партнеров акции, это
эко-сеть экочисток Kims. Она почистит, пообещала каждую игрушку упаковать. Угу. И уже дети, ее новенькую. Так? И уже дети будут получать эти игрушки. Передавать мы будем их в детские дома, в отделения, медицинские отделения, в детские и садики. Почему такой вот спектр, куда мы будем передавать? Потому что, согласно нашему закону, не все медицинские учреждения могут принять, там, предположим, мягкие игрушки или твердые игрушки, или маленькие игрушки. Мы их все предварительно рассортируем, почистим, и потом уже будем передавать. Естественно, мы обязательно отчитаемся как о результатах акции в медицинской части, так и сколько игрушек было принесено и передано куда. Чеш, Тетяна, я вам дякую за корисну інформацію. Тетяна Черевата була в гостях студії «Репортера», і ми говорили про акцію «Будь здорова, Одеса». Мене звати Тетяна Блайда. Побачимось. Щасти вам.